И у нас праздники на любой вкус. Яркий узбекский праздник дыни или кавун-сайли отметили в Красноярске. С самого утра сотни горожан потянулись на остров Татышев, где их встречали музыкой и угощениями. Ознакомили гостей с особенностями узбекского быта. Национальные костюмы, посуда, игрушки, скатерти ручной работы, которые шьют исключительно девушки, все это было представлено на специальной выставке. Как говорят сами организаторы, кавун-сайли объединяет людей самых разных национальностей и возрастов. По традиции в этот день за одним столом собираются вся семья, друзья и соседи, чтобы отметить начало сбора урожая бахчевых. Мы раньше жили в советское время, праздников много было. Некоторые по душе, некоторые нет. Мы искали, посмотрели историю. Оказывается, есть естественный природный праздник. Дехкан вырастил свои дыни, решил угостить соседа, своих друзей. Потом со временем хотелось побольше угостить, чтобы там себе показать вон-то. И потом хотелось на это угощение, было какое-то это культурное событие. Это стало массовый праздник, праздник дыни.